Мам, у нас интернет выключили. Так позвони, пусть включат. Оператор Екатерина, слушаю вас. Здравствуйте, интернета нет. Скажите ваш адрес. Залупина, 16, квартира 4. По какому вопросу звоните? Дарю, интернета нет. Интернета нет у вас или у соседа? Чтоб я из-за соседа звонил? У меня, конечно, нет. Скажите, вы пробовали выключить и включить? Я сейчас тебя, блядь, выключу. Конечно, я пробовал. Помогло? Да если бы оно мне помогло, я бы тебе и не звонил. Попробуйте выключить и включить и перезвонить. О, блядь, ну что там, где интернет? Сейчас подключим. Екатерина слушает. Не работает интернет. Назовите ваш адрес. Но я столько что звонил. Это вы с Залупина? Именно. Сейчас вас свяжу с другим отделом, оставайтесь на линии. Давайте. Оператор, я не слушаю вас. Наконец-то, интернет у меня не работает. Пробовали выключить и включить? Вы чё нахуй? Прикалывайтесь там, блядь. Попробуйте высунуть провод и вставить. Я сейчас приеду, блядь, я тебе нахуй вставлю. Я не буду общаться с вами на таких тонах. Всего доброго. Ну, суки. А что это значит? Походу нам сейчас ебальники разобьют.